Привет всем, друзья! Вы на интересном канале. И сегодня у нас необычный обзор. Обзор на кролика породы Рекс. Я уже давно хотел заснять видео на обзор кроликов этой породы. Никак не получалось. И вот решил сегодня заснять. А то в основном преобладала нумизматическая тема. Итак, перед нами самка кролика породы Рекс. Вообще кролики — это миролюбивые животные. А кролики породы Рекс относятся к шкурковым породам, ну или можно назвать мясо шкурковым, но основное направление — это шкурка, из-за чего они, кстати, и ценятся. Появилась эта порода впервые в 1919 году во Франции. Она не была специально выведена. Получилась порода случайно, путем естественных мутаций и путем скрещивания диких серых кроликов. Впервые она представлена была на Всемирной выставке в Париже в 1924 году аббатом Джилетом. И аббат забрал все призы. Его коллекция насчитывала около 400 кроликов. Официально зарегистрировано около 20 основных цветов кроликов. Это коричневые, темно-коричневые, черные, белые, голубые, серо-голубые, ну и огненные и тому подобные. Аббат назвал эту породу Рекс, что в переводе означает король. Почему так названа порода? Потому что из-за своей ценность, из-за своей шкурки. Эта порода имеет свою ценность. Чем же ценна его шкурка? Ну, во-первых, тем, что она на вид кажется как бы укороченной и похожа на мех морского котика. На ощупь мягкая, шелковистая, напоминает велюр. А почему же она такая укороченная? Потому что длительное время считали, что у этой породы нет остевых волос. Ну, как оказалось позже, они есть, но их очень мало, и они не длинные. Из-за этого мех такой мягкий, укороченный, шелковистый. А на 1 квадратный сантиметр меха у этой породы наибольшее количество волосинок по сравнению с другими породами. Где-то в интернете я читал, что эту породу называют комнатные или карликовые. Ну, я бы так не сказал. Не такие же уж они и карликовые. Ну, конечно, по сравнению с другими породами мясными, конечно, они такие громадные. Ну, и не очень уже маленькие. Вырастают до 3-3,5 килограммов. Изделия из меха этой породы часто имитируют под другие меха ценных зверей. Из-за этого также ценятся кролики этой породы. Порода кроликов Рекс считается элитной породой среди кроликов, а мех кроликов породы Рекс длительное время считался эталоном. Мех Рексов ценный также тем, что изделия из меха Рексов кроликов носятся дольше, чем у обычных пород кроликов. Так что в этом также его своя особенность. Ну и, как я уже сказал, мясо у кроликов Рекс также очень нежное, вкусное, несмотря на то, что их относят к шкурковым породам. Это у нас была на обзоре самочка кролика породы Рекс. Спасибо всем, друзья, за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем удачи, пока!